На календаре 5 день апреля. 5 апреля 1638 года в Россию из Монголии прибыл первый чайный караван. Чрезвычайный московский посол Василий Старков торжественно преподнес царю Михаилу Федоровичу драгоценный подарок от хана – 4 пуда листьев невиданного растения. Угощались диковинкой сначала с опаской, но вскоре было всеми признано – питье доброе и, когда привыкнешь, очень даже вкусное. Славилась своими чайными традициями и Самара. Большой популярностью у самарцев пользовались так называемые чайные столовые. К концу 90-х годов 19 века таких чайных заведений в Самаре было более 70. Здесь можно было посидеть, поговорить с друзьями о делах, просто отдохнуть за чашкой чая. Очень часто в чайных торговцы совершали крупные сделки. Другой, не менее приятный напиток – яблочный сок – стали получать благодаря изобретателю Исааку Квинтарду. 5 апреля 1806 года он запатентовал машинку, выжимающую сок из яблок. Так спелые сочные плоды стали превращаться в любимый многими напиток. Во Франции 5 апреля 104 года назад дело дошло до смешного. Запретили поцелуи на железной дороге, а все из-за того, что долгие проводы задерживали отправку поездов. 5 апреля 1930 года самарцы наслаждались музыкой. Впервые в этот день областной радиокомитет провел открытый концерт по радио. Все местные газеты писали о скрипаче Юлиане Судакове, одном из участников концерта. В его лице мы имеем талантливого скрипача, выступления которого весьма ценны. 5 апреля 1940 года – день рождения Самарской филармонии. 74 года назад Старый Олимп, а позже театр имени Карла Маркса, стал Куйбышевской филармонией. Цикл скрябинских концертов, летние праздники музыки и эстрады, творческие отчеты местных композиторов, гастроли выдающихся исполнителей. Продолжать можно долго. Примечательно, что своим открытием филармония во многом обязана поклонникам таланта Петра Ильича Чайковского. Весной 1887 года во время своего путешествия по Волге Чайковский побывал в Самаре. Именно тогда в его дневнике появилась такая запись. «Проснулся в Самаре. Одевшись и напившись чаю, пошел погулять. Город хоть куда. Везде объявление о данном вчера Онегине. Оригинальное пение. Очень мне понравилось». О том, что Чайковский побывал в Самаре, местные ценители его таланта узнали много позже. А когда Петра Ильича не стало, самарские музыканты организовали вечер памяти. В 1940 году, когда вся страна отмечала столетие со дня рождения Чайковского, в Куйбышеве открылась филармония. И первый концерт посвятили великому композитору. Промышленный – самый молодой район Самары. Сегодня ему исполнилось 36. Район был образован 5 апреля 1978 года. Примечательно, что промышленный район держит первое место в городе по количеству постоянно проживающего населения. Сегодня поздравление с днем рождения принимает Татьяна Бутовченко, президент Палаты адвокатов Самарской области. В этот же день родилась Наталья Рогозина, абсолютная чемпионка мира по боксу. В именинниках Алексея, Василия, Анастасии и Лидии. 5 апреля народный календарь чествует Никона и Федула Ветреника. Никона назвали разрушителем снежного покрова, а Федула – покровителем ветра. Говорили: «Пришел Федул, теплый ветер подул». Продолжим завтра. До свидания.